Вот, смотрите. Короче, только что снимала для вас видео на примере одной сделки, как зарабатывать в месяц среднестатистическую зарплату по России, абсолютно ничего не делая. Это видео у меня уже на канале, так что можете его посмотреть. А сейчас я вам хочу рассказать, каким образом я вывела 100 тысяч долларов наличные и скрипты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В принципе, не так это много, как хотелось бы, но скоро у меня вообще будет миллиончик такой. Если вам интересно то, в какой теме я его буду зарабатывать, переходите ко мне в телеграм-канал, подписывайтесь, и там есть ссылочка на еще один мой телеграм-канал по новой теме, в которой я решила, так скажем, теперь обогатиться и озолотиться. Here comes the money. Here we go. Money. Ставьте лайк, если бы хотели за ближайший месяц заработать столько же денег. Ну, хотя бы одну такую пачечку. Одна пачечка, это, по-моему, 10 тысяч. Ну да. 10 тысяч, это примерно 650 тысяч рублей. Вроде неплохо так. И, кстати, я сейчас прям жду комментариев людей, которые: ай, ты зарабатываешь на рефералах, на закрытых группах, на продажах курсов. Вот эти бабки у меня появились вообще, когда я ничего не продавала, продажи курса закрыла, закрытых групп у меня нет, и то есть вообще никакой такой деятельности у меня не было. Что вы думаете по этому поводу, хейтеры? Это что вообще за нафиг? Короче, ладно, меньше слов, больше дела. Смотрите, как же вывести деньги из криптовалюты наличные, на карту, куда угодно. Есть вот такой вот офигенский сайт BestChange, это абсолютно не реклама, это просто классный сайт, которым я уже пользуюсь несколько лет. И через этот сайт вы можете поменять крипту на деньги или деньги на крипту. Что сделала я? Я уже работала с некоторыми обменниками, например, вот если взять Tether TRC20, и наличные доллары. И вот они выпадают, все вот эти вот обменники. С некоторыми из них я уже работала и периодически через них вывожу. И вот у меня есть некоторые контакты этих обменников, то есть сразу же в Телеграме, вот, например, менеджер обменник CashX, не знаю, есть он тут или нет, вот он. То есть сейчас здесь прям не совсем выгодный курс по сравнению, например, как вот здесь. Но опять же, я выбираю свой город и смотрю, какой курс самый выгодный. Вот все обменники, которые работают, например, по Сочи. По сути, вы можете выбирать вообще самый верхний, потому что все равно в вашем городе эти обменники сидят в одном офисе. То есть вот эти все обменники, они находятся по одному адресу. Там один менеджер, который за всех за них выдает деньги. Только прикол в том, что здесь вы отдаете столько за 1 доллар наличных, а здесь столько. Делайте выводы. Короче, вот, 29 сентября у меня был этот обмен, просто раньше я не могла записать видео. Нужен обмен. Мне написали, что такие суммы — это VIP-отдел, и со мной связались. Вот, со мной связался VIP-отдел. Вот такие вот тут привилегии, можете там остановить видео, прочитать. И мы с ним договорились. Смотрите, я все вам рассказываю, как это все происходит. Договариваемся о курсе, то есть вы всегда можете поторговаться, всегда можете поторговаться с доставкой, всегда можете поторговаться с курсом. Ну, как минимум попытаться, ничего вы от этого не потеряете. Вот, смотрите, я у них уточняю, они пишут: сегодня к ночи доставим кэш, завтра сделаем доставку к вам. То есть, по сути, я сейчас должна скинуть деньги, чтобы завтра они мне их доставили. Пишу, в какое время завтра доставка, они такие: к обеду. Я такая: окей, ну, мне просто до Сочи ехать достаточно далеко. Ну, как далеко, 1,5 часа времени, поэтому мне проще, тем более с такой суммой, заказать эту доставку. Вот, согласовываю кошелек, да, ТРЦ и ИРЦ, скидывают мне кошелек. Я перевожу деньги со своего кошелька Trust Wallet, пишу им, типа, дошло, они такие: нет, и все. И тут они уже фиксируют заявку, пишут, сколько они должны привезти денег, и спрашивают адрес. И сейчас почему-то стало такое правило, что вам могут привезти только в общественное место. То есть, когда я жила там в Адлере, мне привозили прямо домой, во дворе отдавали. Вот. Ну, так как у меня есть... Так как у меня близко тут недалеко есть кофейня, в принципе, мы достаточно легко договорились. Они попросили прислать им фотку купюры, которая будет с собой, и я отправила мужа за этими деньгами. Короче, все. Тут, короче, на следующий день мы с ними списались, что они привезут деньги, и они их привезли. А вообще, если вам, например, нужна не наличка, если вам надо просто вывести на карту, моя рекомендация — любую крипту, вот какая тут монетки, Dogecoin, Ripple, Litecoin и так далее, короче, любую монетку лучше меняйте на USDT. Хотя не буду таких рекомендаций давать, я всегда любую монетку меняю на USDT, и USDT уже меняю на рубли, на доллары и так далее. Далее, вы выбираете вот здесь USDT, смотрите, у TRC20 такой курс, у ERC20 такой курс,
у BEP 20 такой курс. То есть самый выгодный курс, как вы можете заметить, это ТРЦ. Далее здесь вы выбираете, куда вы хотите вывести, тот же Kiwi. Kiwi плохо тем, что там в большинстве обменников маленькие лимиты. Ну, сколько вы за раз можете вывести. Вот все карты. Если вы здесь не нашли, куда вам надо вывести, то нажимаете вот сюда, и открывается еще больше вариантов. Всякие банковские счета, другие монеты и так далее. То же самое в обратном порядке. Чтобы вам купить, например, TRC-20, ну, USDT, выбираете там, хотите купить с Kiwi. И вот курс, сколько вы отдаете, чтобы купить один криптодоллар. Как это все происходит? Вы заходите в этот любой обменник. Тут выбираете еще раз, что вы хотите отдать, что вы хотите получить. Так, нет, мы хотим отдать с Kiwi, например, на Tether. Ну, хочу купить там $500. Нажимаете «Перейти к обмену». Еще раз здесь все вбиваете, вбиваете почту. Дальше «К обмену» нажимаете, вбиваете свои данные. И на последней странице у вас высвечивается, куда вы должны вот эту вот сумму перевести. Вы спокойно переводите эти деньги. В некоторых обменниках надо подтверждать, что вы перевели, то есть нажать на кнопку «Я оплатил». В некоторых не надо, просто возвращаетесь, переводите деньги по их реквизитам, возвращаетесь на сайт, смотрите, есть ли кнопка «Я оплатил». И, в принципе, все. И ждете, когда вам зачислятся эти деньги. Ну, естественно, вы им присылаете кошелек, вот, например, вот на этом шаге, куда вам нужно перевести эти деньги. В принципе, максимально вообще простой просто алгоритм. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!